2007 թվականին LG ընկերությունը արտադրում է ունակային ժամանակակից էկրանով աշխարհում առաջին սմարթֆոնը։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Здравствуйте, дорогие друзья. Բարև ձեզ, բարեկամներ. В эфире очередная программа «Быть или не быть». Традиционный вопрос, ответ которого мы ожидаем от нашего очередного гостя. Одним словом, сегодня у нас блистательный рассказчик, уникальный человек Карен Аванесян. Давайте посмотрим сюжет о нем. Аванесян Карен Горегинович – артист эстрады и кино, шоумен. Родился 18 сентября 1957 года. Закончил Бакинский институт искусств. Снимался в фильмах «Украли жениха», «Мерзавец», «Новый Одеон», «Импотент», «Ультиматум». В сериалах «Курортный роман», «Жизнь. Поле для охоты», «Семь раз отмерь». С 1987 года Карен Аванесян проживает и работает в Москве. Дипломант 8-го всесоюзного конкурса артистов эстрады 87 года, участник эстрадной шоу-программы «Парад пародий». В настоящее время Карен Аванесян – актер Московского театра юмора «Кривое зеркало» под руководством народного артиста России Евгения Петросяна. Постоянный участник многих юмористических телепрограмм. Карен Аванесян продолжает активно сниматься в кино. На эстраде исполняет монологи авторов Терекова, Измайлова, Натапова, Щеглова, Хвостова, Коростелевой и других. С 1991 по 1997 годы работал конферансье в сольных концертах Филиппа Киркорова, Маши Распутиной, Валерия Леонтьева, Ирины Понаровской и других артистов. В настоящее время Карен Аванесян ведет сборные концерты и корпоративные праздники не только в Москве, но и в других городах и странах. Ну, конечно, вы сразу догадались, что сегодня у нас в гостях популярный актер, шоумен, заслуженный артист России Карен Аванесян. Человек, на которого достаточно посмотреть, чтобы настроение улучшилось, стало веселее. Карен Горегинович, главная задача нашего канала – сделать так, чтобы армяне, живущие в России, не теряли связь с исторической родиной, чтобы они близко узнали достойных сыновей и дочерей нашего народа. Спасибо за приглашение. Ты знаешь, нам всегда приятно с тобой общаться, потому что есть люди, которые всегда желанные гости в любой семье. Спасибо, Гаврис. Вне зависимости от национальности. Ну, я считаю, что эстрадное искусство, искусство юмора, оно вообще межнациональное, потому что люди всех народов мира одинаково смеются, одинаково улыбаются, и если бывает плохо, одинаково плачут. Поэтому я думаю, что юмор объединяет нас всех в том, что... Я знаете, что заметил даже недавно? Как-то шел по улице, и вдруг смотрю, люди как-то улыбаются, смеются, смотрят на меня. Я в один момент немножко даже, говорит, так чуть-чуть немножко... Ну, мне не очень это вначале понравилось, ну, что они смеются надо мной? А потом я понял, люди возвращают улыбки, которые я когда-то им дарил на сцене. Вы нам дарите улыбку, и мы хотим, как ты уже сказал, вернуть это тоже многократно, потому что спасибо. Это вам тоже надо. Конечно. Я подзаряжаюсь от зрителей так же, как я даю свой заряд энергетики зрителям, и потом забираю у них тоже вот этот хороший заряд улыбок и доброго настроения. Карен, так как мы с тобой старые друзья, мы можем на «ты» обращаться. Давай на «ты», конечно, друг, да, да, не будем делать без формальности. Знаешь, наша программа «Быть или не быть» – это программа, где мы каждый раз поднимаем вечный вопрос шекспировский – «Быть или не быть». И каждый из нас старается на этот вопрос по-своему ответить, найти ответ по-своему тоже. Конечно, безусловно, «Гамлет» – это не гениальное произведение Шекспира, это просто, на самом деле, это такое состояние, в котором человечество находится с первого дня своего пребывания. И каждый из нас немножко «Гамлет», кто больше, кто меньше. А вы как думаете? Вы знаете, я тоже абсолютно с вами согласен, потому что, я знаете, недавно я был, Гамлет, в одной интересной стране, вот как раз мы сейчас говорим о теме «Быть или не быть». И я с братом был в испанском городе, называется он Тормаринос.
Это рядом город Малага, Малага, по-разному его называют. И мы идем по дороге. Очень смешной случай. И вдруг я вижу через дорогу небольшое кафе. Сидят люди, очень похожие на армян, в спортивном трико, такая маечка, и играют нарды. Шарыша, я говорю, слушай, по-моему, это армяне. Мой брат говорит, ты что, с ума сошел? Это Испания, это Тормаринос. Что здесь могут делать армяне? Да. Я говорю, ну давай подойдем, хотя бы поздороваемся. Я прохожу мимо них и бросаю им, так, приостановившись, бросаю. Парев здесь, Тегекджан. Они, знаете, вот так отвечают. Бары вапер. Так ответили, как будто я каждый день здесь прохожу. И отвернулись. Бары вапер. И дальше продолжают играть в шах, свои нарды. Я говорю, ну мне стало интересно, я говорю, я не мог пройти мимо. Я говорю, вы здесь живете, а выяснилось, что они ленинаканцы. Вот после этой страшной трагедии в Ленинакане, когда они потеряли очень много родных и близких, они вынуждены были уехать оттуда, потому что там все им напоминало о трудных моментах. Ну и потом, как это часто бывает у нас у армян, друг друга потянули. И вот весь Антоник уже живет вот в этом Тормаринос. Они взяли небольшой бизнес, вот это кафе. И там туристы, туристический город, люди приходят. И тот он мне сказал одну фразу, от которой я чуть не прослезился. Я не очень сентиментальный человек, но это была такая фраза, которая меня вот задела вот за это место. Он сказал, «Энсара тэсэнумэс, тэнумэс эцсара». Эту гору видишь? Я говорю, вижу. Вот скоро там будет стоять армянская церковь. Я задал вопрос, я говорю, «А ичкан антаник экстер, сколько семей вы здесь?» Пока 9, но церковь будет. И я понял, что армяне уже, которые поселились там, они все равно построят главный дом, который называется храм, который будет притягивать всех армян вот к этому важному. Вот это и есть предназначение человека. Где бы ты ни жил, у тебя должен быть свой армянский дом. Да, значит быть. Быть. Да. Быть армянам по всему миру. Хай живут армяны везде. Каренджан, я знаю, что недавно вы перенесли тяжелую болезнь, да, связанную с сердцем. Я не знаю, как сейчас врачи что-то говорят, серьезное или несерьезное. Вот как себя чувствуете? Вы знаете, во-первых, когда я попал туда, это, конечно, было потрясающе. Я сейчас и смех, и грех. Я попал в кардиологический центр имени Бакулева. И каково было мое удивление, когда через каждый кабинет, через один кабинет, я видел фамилии, которые рифмуются с моей. Кандидат наук Павел Варазатович Кахтсян, профессор Аликян. То есть одни армянские наши фамилии. Мне так это было приятно. Во-первых, себя очень уютно чувствовал. Несмотря на то, что я туда поехал, попал совсем по другой причине. Но там, конечно, уже было прекрасное отношение. Я это чувствовал, моих земляков. И, слава богу, они сделали все, чтобы мне помочь, меня спасли. И я себя сейчас чувствую великолепно. График продолжил. И, более того, очень много интересных предложений. В этом году сразу снялся в 3 фильмах. У Тиграна Кесаяна сейчас снялся в замечательном сериале «В Сочи всегда солнечно». Снялся в «Казачьи сказки». И вот сейчас еще интересный украинский проект. Сериал «Шулер». Он должен выйти на Новый год уже где-то. Так что работы полно. Я сейчас не собираюсь отдыхать. Я должен сказать нашим телезрителям, что Карен Аванесян работает в театре «Кривое зеркало», да? Да. И там вы практически играете маску «Лицо кавказской национальности». Ну все же, вы себя больше считаете кавказцем или все же армянином? Я вам сейчас скажу. Значит, во-первых, дело в том, что у меня есть такая шутка, которую я всегда делаю на концерте. Я говорю, вот меня иногда спрашивают, почему в моем репертуаре так много кавказских, восточных шуток, да? Я честно говорю, посмотрите внимательно на мое лицо. Вот как с таким лицом рассказывать эстонские анекдоты? Конечно же, меня один из моих коллег назвал самым узнаваемым российским актером, юмористом, потому что узнаваем – это моя специфическая внешность. Но недавно я обратил внимание на другую вещь, Гамлет. Я был в Ереване, вот не так давно, со своей семьей, с детьми, гуляем по Еревану, и вдруг я обратил внимание, что меня в Ереване не так узнают, как в Москве. Мне стало немножко обидно, это же моя историческая родина. А жена меня успокоила, она у меня ленинаканская.
Она говорит: Лава или Карен, не переживай, это же Ереван, город твоих двойников. Действительно, смотри, все похожи на меня. Это я в России экзотичен, в Армении я такой же, как все. Конечно, я ощущаю себя прежде всего армянином. Армянином ощущаю везде и этим горжусь. Да, конечно, это приятно. Я хочу сказать, что будет неплохо, если мы сделаем такой маленький перерывчик, посмотрим один из твоих миниатюр. Хорошо. Ты не возражаешь? Я буду только рад. Прошу. Вы знаете, у каждого из нас есть мечта. Я, например, с детства очень сильно мечтал сняться в кино. И вот несколько лет назад мечта идиота сбылась. Я впервые снялся в кино. Фильм называется, я думаю, многие из вас его видели. Фильм называется «Импотент». Нет, у меня была не главная роль. В главной роли снимался замечательный актер Михаил Михайлович Державин. А у меня была небольшая роль арабского шейха, который угоняет у него жену, а взамен оставляет свою сестру. Вот мою сестру в этом фильме играла артистка, певица Роксана Бабаян. Я к чему все это рассказываю? Во время съемок, а проходили они в Арабских Эмиратах, я написал такую зарисовочку, которая называется «Кинопародии». Как в разных странах снимают кино. Вот, например, как это делают грузинские кинематографисты. Ну, в грузинском кино все начинается с песни. Ская студия телевидения представляет. Художественный фильм «Кинто не хотел умирать». Главные роли исполняют. Мамадзе. Мамадзе. Пападзе. Пападзе. Бабушвили. Бабушвили. Иванов. И другие. Гамаржобат генацвали. Что вы хотите со мной сделать? Генацвали гамаржобат. Мы должны тебя убить. Алхашини. Кинзмараули батоны Сандро. Это приказал духанщик Сандро. Сациви сулугуни батоно Гегаури. Нет, это приказал парикмахер Гегаури. Чохох били саперави. Тогда стреляй. Хачапури боржоми. Стреляй скорей. Индийское кино. Песня там тоже занимает далеко не последнее место. Краткое содержание первой серии. Бандит Ракшандру. Долгие годы терроризировал штат Квашандра. В дело вмешивается прокурор Чаушандра. И вот силами войск Национальной гвардии преступник схвачен и предстает перед судом. Вторая серия. Тихо, тихо, люди. Посмотрим, что скажет этот парень свое оправдание. Мне нечего сказать, господин прокурор. Прощай, мой талисман, который подарила мне мама. И сказала, с этим талисманом ты найдешь своего отца. Покажи мне этот талисман. Вот он, господин прокурор. А поворотись ко мне, сынку. Я твой отец. Нет. Ты мой сын. Нет. Mihakono Hindistana, Mihakono Hindistana, Омекия, Омин. Лепесток души моей прекрасной, вот и встретились мы вновь с тобой. Омекия, Опи, Омиякия, Омике. Вот и здорово, что все у нас сошлось. Конец второй серии художественного фильма «Любовь в кошмаре». Հազարինը հարյուր 70 թվականին Կենան ընկերության կողմից ստեղծվում է ստանդարտ թուղթ օգտագործող աշխարհում առաջին պատճենահանող սարքը։ Ճապոնական Կենան ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Дорогие друзья, у нас в гостях Карен Аванесян. Прекрасный человек. Отличный, просто великолепный юморист, шоумен, а самое главное, просто хороший друг, с которым всегда приятно и очень легко общаться.
Из Баку вы уехали в 1987 году, то есть за год до начала карабахских событий 1988 года. Как переживали все то, что стало твориться потом в том же Баку, который всегда считался образцовым интернациональным советским городом? Это случайное совпадение или вы чувствовали, что что-то нехорошее будет? Нет, я тогда еще не чувствовал, но вы знаете, как-то я понял, что я исчерпал все свои возможности, которые я могу пока использовать здесь, в этом городе. И мне очень хотелось принять участие на всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Он как раз происходил в 87 году. Я стал дипломантом этого конкурса, получил диплом. И потом уже благодаря моим замечательным друзьям, которым я буду благодарен до конца своей жизни, это писатель-сатирик Георгий Терехов, кстати, наш земляк Георгий Карапетович, который по сей день, слава богу, в хорошей форме и пишет мне репертуар. Вот до сегодняшнего дня 3 номера уже приготовил мне, которые я исполняю. Валерий Семенович Жак, это главный режиссер концертного зала «Россия». Вот они сделали программу «Парад пародий». И меня тогда бакинцы пригласили вот в эту программу. И все, вкусив этой неповторимой жизни в Москве, я уже никуда не хотел возвращаться. Я остался в Москве навсегда. Я благодарен и Борису Сергеевичу Брунову, замечательному нашему главному режиссеру театра эстрады, который сказал такую фразу перед конкурсом. Аванесян, сегодня решается главный вопрос. Либо ты станешь лауреатом, либо останешься армянином. Я стал лауреатом и остался при этом армянином. Я, конечно же, тогда ничего не чувствовал, но меня просто тянуло в Москву. Я понял, что здесь есть очень много интересного, здесь есть работа, здесь есть авторы, здесь есть режиссеры, здесь есть все, что, о чем я мечтал. Просто единственное, что мне было очень сложно первое время, из-за моей внешности, конечно. Потому что монологи читать я не мог. Например, в образе русского парня, который приходит домой, которого там, который пришел пьяный, например, или как-то, которого ругает жена, такой подкаблучник. И пришлось мне искать. И я нашел вот эту маску, как вы говорите, лица кавказской национальности. Такого маленького, обаятельного человечка, который не вызывает раздражения, а наоборот старается... наоборот, нравится всем. Но сейчас я уже потихоньку отошел от этого. Я стал в последнее время много участвовать в разных ток-шоу. И вдруг меня очень многие стали спрашивать: «Карен Григорьевич, вы так хорошо говорите по-русски, а мы все время думали, что вы такой же, как вот вы говорите». Я говорю: «Нет, это же образ». Я говорю: «Я там вот в маске вот такой-то». И вот сейчас я уже ушел от этого. И более того, последние мои 2-3 номера, написанные, кстати, Георгием Терехом, как раз-таки на чисто русском языке. В одном я изображаю чайник. Вот если бы неодушевленные предметы вдруг заговорили бы про нас. Очень интересная тема. Вот что бы про нас сказал бы чайник или старый списанный на вокзале семафор. Вот это все мы как раз-таки и делаем уже новые мои номера. Уже, если не ошибаюсь, больше 25 лет живешь в Москве. Да, уже больше 20. Москва для тебя давным стал родным городом. Но все же ты себя на самом деле чувствуешь как у себя дома? Или иногда бывают моменты, когда что-то не хватает? Ну, если говорить по востребованности, например, по работе, да, я бываю чуть больше востребован, чем некоторые мои коллеги, например, русская национальность, если в этом плане. Конечно же, в моей жизни очень много мне помогли мои русские друзья, я им благодарен. Я же как раз-таки вот начинал вот с Борисом Сергеевичем Бруновым, я про него говорил. Нет, я не ощущаю себя иногородним, более того, я воспринимаю себя многими как москвич. Я не помню, когда последний раз милиционер проверял у меня документы. Такого не было никогда. Потому что уже с 88 года, когда я впервые мелькнул на российском телевидении в передаче «Шире круг», а потом «Вокруг смеха», уже вот с того времени, как это ни странно, меня один раз показали по телевизору, но меня узнавали. Вот я еще раз говорю, за моей специфической внешности, и даже менты, когда останавливали спросить документы, тогда еще, в начале 90-х, вот во время перестройки, да. Они говорят: «Что-то лицо знакомое, не могу вспомнить». Я говорю: «Я артист, все узнал, типа, уходи». Да, и документы не надо. Да, вообще не проверяли. Более того, у меня даже паспорт на одно время не было. Вообще несколько лет я ездил по удостоверению. Но это все уже в прошедшем времени. Поэтому никто меня за это не накажет. В жизни вы веселый человек? Или как многие знаменитые юмористы и сатирики, скажем, тот же Райкин, вы тоже грустноватый? Вы знаете, нет, я не грустный человек. Я люблю хорошую компанию.
Я люблю моих друзей, их не так много, но они у меня есть. И мы собираемся очень часто. Журналистка такая есть, очень хорошая моя подруга, она главный редактор газеты «Собеседник Армения», Елена Мусаилян, как-то меня охарактеризовала очень правильно. Она сказала: ты армянин, который уходит по-английски. Потому что если я попал в компанию, где мне не нравится, я всегда найду причину тихонечко, незаметно уйти. То есть это не мой круг, мне здесь скучно, мне грустно. Я, если даже кто-то заметит, что я куда-то ухожу, я всегда скажу: только что позвонили срочно, я потом объясню, что произошло, и ухожу. Ну, мне здесь неинтересно. Но чаще, конечно, бывают моменты, когда мне хочется быть одному. Мне хочется иногда быть одному, вот посидеть, что-то придумать, какой-то номер придумать, какую-то идею придумать. Но большие компании я тоже люблю. Любите? Да, люблю. Хороших друзей, вот где собираются все мои друзья. И выпить люблю, и поесть люблю, и хашламу люблю, и долму люблю, и хаш люблю. И люблю мужские компании. Да. Вы знаете, телезритель нас, наверное, не простит, если мы не покажем еще одну миниатюру. Я был бы очень рад. Пожалуйста. Слушайте, у меня начальник. Вот такой экземпляр, а? Вот любит над людьми поиздеваться. Поиздевался и при этом хорошо платит. И вот люди не знают, то ли радоваться, то ли обижаться. Вот наш лаборант Сенечкин на работу прибежал радостный, веселый. Ну, потому что при рождении ребенка присутствовал. Так шеф ему: при рождении это ерунда. При зачатии надо было присутствовать. Бедного Сенечкина так затрясло, что у него от вибрации две пломбы выпали. А шеф, как ни в чем не бывало, отстегнул ему денег на медовое путешествие. И Сенечкин бегал и всем рассказывал, какой у нас чуткий начальник. И если, не дай бог, Сысой Петровичу понадобится кровь или желудочный сок, то Сенечкин отольет в любом количестве. Нет, ну, а как он нашего экспедитора Пузырькова с 23 февраля поздравил? Говорит: дарю тебе, Василий Васильевич, скороварку для твоей скорожралки. А то у твоей хлеборезки 4 скорости, 1 задняя. Вот тебе еще и 2 бутылочки коньяка в придачу. Так тот вместо того, чтобы обидеться, всю ночь пил за его здоровье, а утром пришел вот с такими вот кругами под глазами. Потому что, говорит, заснул на стаканах. А шефу хоть бы что. Ему даже женщину ничего не стоит обидеть. Я как-то 8 марта на вечеринке нашу буфетчицу на танец пригласил. Так шеф прям при всех: а, джигит, опять за старое взялся? За молодое надо браться. Она, бедная, чуть в обморок не упала. А шеф ей раз флакон французских духов и говорит: следующий танец за мной, потому что хорошие ноги должны попасть в хорошие руки. Не, я ей, главное, потом объясняю. Я говорю: ну, вот паразит. Я говорю: так обидеть, так оскорбить. Она говорит: так обижают только настоящие мужчины. А вы, молодняк, даже толком обидеть не можете. Ну, шеф, ну, настоящий циник. Я помню, наш курьер Пташкин, ну, в педагогический институт собрался поступать. Шеф ему говорит: не надо, Коль. Не поступай в педагогический, иди лучше в медицинский. Тот говорит: почему? Он говорит: ну, потому что медицинский выпускает медиков. А педагогический – учителей. А тут он в командировку на 2 недели собрался и свою невесту Людочку просил его дожидаться. Ну, говорит, на 2 недели еду, ну, дождись меня, Людочка. Шеф мимо проходил и говорит: ага. Это все равно, что оставить на тротуаре бутылку водки и вернуться за ней через 2 недели. Ну, они на него так обиделись за эту бестактность, но когда он на свадьбу шикарный аквариум с рыбками принес, все простили. Так и сказал: Людочка, ты у нас под созвездием рыбы родилась, тебе аквариум с рыбками. А Колька твой козерог. Не знаю, что и дарить. Вот тебе конверт с деньгами. И только наш бухгалтер Альберт Семенович его на место поставил. Ну, шеф как-то его подцепил, так говорит: Альберт Семенович, а вы мне сегодня приснились.
правда, с честными глазами. Ну, так сразу на дыбы. Что за намеки? У меня все честное, и мысли, и глаза, и другие органы. Шеф говорит, если ты такой честный, что же тебе рожа всегда такая довольная? Но тот не выдержал, бац, на следующее утро ему заявление на стол, говорит, вы оскорбили мое достоинство, я окончательно решил, всю ночь не спал, лег около трех. Шеф говорит, ну это ты зря, около одной надо было ложиться. А что касается достоинства, я, говорит, тебе его опустил, я тебе его подниму. На $100 в месяц. Но Альберт молодец, он не продается. Он ушел, хлопнув дверью навсегда. Ну, правда, на утро его жена обратно с фингалом принесла. Вот все говорят, что вот шеф у нас человек добрый. Я говорю, ну он же людей обижает. Мне говорят, ну и что? В наше время еще непонятно, что лучше. Бесплатное спасибо или пинок под зад, но с хорошей доплатой. Известно, что в детстве вы очень хотели стать цирковым клоуном. Но когда стал вопрос быть или не быть Аванесяну клоуном, вы почему-то выбрали эстраду. Почему? Я очень любил с детства, любил Юрия Владимировича Никулина, обожал. И, конечно же, нашего Леонида Янгибарова. Я был болен этим артистом, я увидел его в Баку. Я плакал от радости, от всего, что я увидел, что, как он работает. Я мечтал стать клоуном. И более того, в 75-м году, по окончании школы, я приехал в Москву в цирковое эстрадное училище. И экзамены у меня тогда принимали Илья Рудберг, это папа Юлии Рудберг, актрисы. Илья Рудберг и Владимир Иванович Точилин. Это самый лучший режиссер эстрады. И они, когда меня увидели, они сказали, из вас получится очень хороший клоун. Вам не надо делать грима, у вас такие выразительные черты. Вас на арене будет видно. Вам только чуть-чуть немножко добавить румянец, подрисовать глаза. В принципе, нос у вас не клеить не надо. Вам Господь Бог дал. И единственное, что сказали, говорят, у нас цирковое эстрадное училище, оно не освобождает от армии. Вам придется поехать в армию, а потом приехать продолжать учиться. А надо ли вам это? Может быть, вы поедете в армию, отслужите, а потом придете, и мы вас помним, мы вас обязательно примем. Без конкурса. Абсолютно. То есть я уже прошел конкурс, я прочитал басни, рассказы. То есть меня запомнили. Более того, не так давно я встречался с Рудбергом, и он меня узнал. Я говорю, помните, 75-й год? Я был тогда, конечно, с такими волосами, я был такой копнулся. Я к чему это все рассказываю? В армии у меня пошла переоценка всего этого. Я вдруг, став взрослым, уже возмужал, я говорю, слушай, я стану клоуном. Вот как в цирке, да? Один пощечину мне дал, я упал. И завтра мой ребенок, моя дочка, придет, скажет, со школы, папа, уходи с этой работы. Мне неудобно. Мне вчера сказали, как тебя били в цирке. И ты падал на пол. Ну, это, конечно, тоже немножечко шутка. Всерьез, конечно, я понял, что эстрада – это совсем мое, потому что я увидел выступление Райкина, увидел выступление Евгения Петросяна, моего земляка. И я наизусть знал все монологи Евгения Вагановича. И когда мы как-то приехали, я стал работать уже в «Кривом зеркале», мы с ним однажды сидели наедине. Я говорю, Евгений Вагановича, а вы помните, вы читали лирический рассказ, не смешной рассказ? Это был тот самый случай, когда Петросян не собирался смешить, а он хотел донести идею. И вот он, у вас был очень грустный лирический рассказ, от которого зрители плакали. И я увидел другого Петросяна, мне было так неожиданно, потому что Петросян всегда это олицетворение смеха, шутки, все. И я ему напомнил этот рассказ, он говорит, слушай, Карен, у тебя такая память, ты это помнишь? Я говорю, да. Кстати, я даже сейчас с вами беседую, Гамлет, с тобой разговариваю. Ты удивительно похож на Петросяна, знаете, когда ему было 53-54 года. Чуть моложе. И вот тогда я заболел идеей стать артистом разговорного жанра, чтобы быть самому. Вот актер одного театра. Своего театра, свои монологи, свои рассказы. И вот тогда я уже стал этим заниматься, делать пародии. Тогда я пародировал Этуша, начинал Бабу-Ягу Милляра, там Фрунзика Макартычана, которого до сих пор я на концертах иногда вспоминаю его, этого великого актера. И таким образом я стал пародистом, а потом из пародии тихонечко перешел уже в форму монолога.
Вот, Карин, я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал о родных, о близких, о семье. Ну, о друзьях, конечно, тоже. Ну, у меня замечательная семья, у меня очень хорошая семья, замечательные дети. Один из них пошел по моим стопам, он стал продюсером, работает в концертной организации, создает программы. Я очень рад. Другому интересно строительный бизнес, но я рад, что он занимается своим другим делом. Ну, что я могу сказать? У меня есть замечательная тетя, я про нее расскажу интересную историю, которая не так давно у нас произошла. Евгений Ваганович дал мне задание. В программе снимался с нами один африканец, черный актер, и его надо было довезти до дома. Петросян говорит, ты за него отвечаешь, Карен, отвезешь его до общежития. Ну вот он сидит в машине здесь, мы на машине едем, тут сижу и я. Здесь впереди Виктор Коклюшкин. По дороге мы заезжаем забрать мою Моркур, мою тетю. Ну, тетя садится здесь и не может понять, почему я сижу в середине, почему я не двигаюсь туда, потому что негр в темноте не виден. Его вообще не видно. Он в темноте. И тетя думает, что же мы так прижато едем? Ну, потом заговорили с Коклюшкиным, она его узнала, говорит, я вас узнала по вашему голосу. Говорит, ну, Виктор Михайлович Коклюшкин, да, специфично. Спасибо. Он ее тоже поблагодарил. И тут, значит, голос подает негр. Он говорит, извините, можно остановить машину? Я здесь живу. И тут тетя услышала этот голос. Вы остановите, кто у вас ты? Он говорит, это я здесь. И тетя говорит, ой, извините, темно было, я вас не увидела. И тут тетя поняла, что она сказала что-то не то. И чтобы исправить положение, она говорит, ой, извините, она уже приглядывается к ним, она плохо видит, она говорит, а вы тоже артист? Он говорит, да, я вместе с Кареном снимался в программе «Кривое зеркало». Она говорит, как хорошо, скажите, а мы вас тоже увидим по телевизору? И тут негр сказал гениальную фразу. Он говорит, если темно не будет, обязательно увидите. Такая история. Да, я так понял, что у вас и гены вот идут. У меня, понимаете, у меня мама мечтала быть актрисой. Вот сегодня мы разговаривали об этом с одним моим товарищем, вспоминали. У нее был удивительный дар, знаешь, Гамлет? Она разговаривала по-русски с акцентом. Она была с Нагорного Карабаха, с Гадрутского района, говорила с акцентом. Но когда она копировала соседку нашу, вот тетю Дуся, она моментально, я не знаю, это божий дар был. У нее пропадал акцент, и она разговаривала так. Ой, господи, что ты говоришь об этом? Нечего, вот надо было, так что пусть они сами ехали, так пусть ехают дальше. И вот она так же продолжала говорить. И потом раз, опять уходит с образа и начинает говорить так, как она разговаривает по жизни. Сау Малик Джан, Сау Таны, вот так. С некоторым акцентом. Она мечтала быть актрисой, за ней приехали, ну, вы знаете, послевоенное время, когда мой дедушка, ее отец сказал, у меня нет дочери, если она станет актрисой. Ну, естественно, мама сделала так, как хотел папа, потому что отец у нас вообще в семье было такое воспитание, так нас воспитывали. Самый главный человек был наш дедушка. Мы его называли Гайрик. Папа, мама, Гайрик, Майрик. Это были дедушка и бабушка. И вот этот культ, вот мы говорим, соваться кушать хотим. Бабушка говорила, подождите, Гайрик придет, потом Гайрика какая еду. И вот когда Гайрик приходил, мы в руки все, и мы так стоим, и вот Гайрик садился за стол, и мы рядом вот так садили за стол и уже смотрели на него. Хотя мы его всегда боялись, но он был очень добрый. Когда меня в детстве спрашивали, кого ты больше всех любишь, папу и маму, я всегда говорил, дедушку. Дай Бог, чтобы спасибо. Каждый раз мы встречались с тобой, вот, чтобы ты был всегда в форме, настроение было хорошее, а самое главное, долгих-долгих лет. Спасибо, Гамлет, спасибо, мой дорогой. Спасибо. Я рад тебя был видеть, спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Карен Аванесян. Прекрасный человек, с которым всегда приятно общаться. До свидания. Հազարին հարյուր 57 թվականին լույս է տեսնում հանցանկերության առաջին գազօջախը։ Լեհական հանցաապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Վեգա։